хочу записать видео. Сегодня мы находимся в городе Глюкштадт. Город Глюкштадт расположен в 13 километрах от Эльмсхорна. Напротив старинное здание. Лодки. Да, конечно, я бы очень хотела совершить прогулку на лодке. Погода очень приятная. 20 градусов. Лодки разные. Вон там наверняка яхта стоит. Вдалеке, вот которая с крышей. Такая молочная синяя. Так немного страшно подходить к краю платформы. Потому что никаких ограждений нет. То есть любой может прям посмотреть, подойти поближе. Такая атмосфера очень приятная здесь находиться прямо. Нравится мне. Пока идем, можно рассматривать лодки. Лодок много разных на любой вкус и цвет. Вот наверняка эта яхта напротив стоит. Обожаю вообще лодки. И едьте в гости, сходим, обязательно съездим в этот городок маленький. Он хоть и маленький, но славится своим таким красивым местом. Тоже такая лодочка интересная сделана. Столик, лавочки. Сейчас идем вдоль канала. Что у нас тут? У нас тут стоит следующая лодка. Цветах темных, зеленый, красный, коричневый. Спит собачка. Ну, она не бездомная, то есть у нее по-любому есть хозяин. Возможно, он на этой лодке работает. То есть в Германии бездомных собак нет вообще. И вот там в конце, если присмотреться, можно увидеть, куда этот канал впадает впоследствии. Ветрено. Немножко поднимается ветерок.